Книга «Открытым оком. Тема ереси секты». Вопрос 748. Баптист в переводе с греческого «крещенный по вере». Вы считаете себя баптистом? Отвечает Игнат Тихонович Лапкин. Стоит открыть любой словарь, и вы найдете в нем, что слово «баптист» означает «креститель». Не знаю, для чего баптистам так невежественно мелко и глупо лгать, оправдывая свое название. По смыслу слова первым баптистом был Иоанн Креститель, а далее все апостолы, архиереи и священники, кто лично сам крестит, погружает в воду. Таковым баптистом является мой родной брат, протоиерей Иоаким. Я никогда не крестил ни разу, и поэтому считаю себя баптистом не могу. Считать себя баптистом не могу. Это слишком высокое для меня звание. В 1945 году произошло объединение трех течений – баптистов, евангельских христиан и христиан евангельской веры. По вероучению среди них самые правильные были баптисты, признавшие даже крещение детей и рукоположение, но при объединении взято было от каждого не лучшее.